Привет, с вами снова Жака, и мы в аэропорту Суварнабхуми, вот, Таиланд, Бангкок. Вот третий этаж. Такие вот будки для зарядки телефонов бесплатные. Вот они стоят на третьем этаже, правда, не на втором. Вот. С левой стороны у нас кухня, пиво, фастфуды. В общем, разные есть. Цены, опять же, такие подороже. По-любому, вот мы смотрим, рис, кока-кола, картошка фри и два каких-то там окорочка зажаренных. 315 батов. Ну, это на рынке можно на Пхукете два раза хорошо покушать с десертом. С кокосовым соком. Или там манго фрешем. Там все делают за нормальные деньги. Вот, что хотел еще добавить. О, приготовьтесь иметь 2-3 тысячи бат по прилету уже обмененные по хорошему курсу, потому что здесь в аэропорту курс, ну, на бат 60, бат 70 приблизительно меньше, чем реально в город. Прилетя сюда и поменяя 100 долларов, вы уже потеряете одну поездку на такси. Как минимум. Вот сейчас тут нету обменника, мы только что проходили, я бы вам показал. Реальный курс в городе 35 бат за 1 доллар. Реальный курс аэропорта 33.20 или 33.30, что-то такое. Ну, капец, я в шоке. Мы когда прилетели, тоже были в шоке с этого. Я думал, тут по-другому. Как в город выходишь, уже более-менее честно. А по факту такая же надуваловка. Вот. Нужно выйти в город, там курс нормальный, обменников хватает. Вот такая вот еще информация, может, вам пригодится. Мы хоть не хотя, но уже на старте. Расскажу вам, может, кто не в курсе, тут висят вот такие табло. Вот, мы находим свой рейс 522 номер самолета. Смотрим сюда, находим здесь, вот написано Fly Dubai FZ522, Е-линия. Находим Е-линию, вот она вон там у нас впереди. Там мы будем регистрироваться. Регистрация может проходить только тогда, когда написано вот Кико. Когда зеленым горит, тогда можно уже проходить регистрацию. Пока мы пойдем где-то погуляем по аэропорту.